Жители Чебоксар по улице Мичмана Павлова выступают против уплотнительной застройки. Девятиэтажный дом застройщик планирует разместить между 27-й школой и 85-м детским садом на территории бывшей теплицы образовательного учреждения. Люди обращаются за помощью в разные инстанции. Мы живем здесь в 7-м доме 50 лет, дом уже старый, и мы переживаем, что, возможно, во время, когда будут по данным должны сваи забиваться, дом может обрушиться. Это трещины пойдут. Земельный участок, прилегающий к 27-й школе, принадлежит на праве собственности организации застройщика. Был приобретен у муниципалитета в 2007 году. Как можно вообще представить проведение уроков физкультуры? Детский сад номер 85. Гуляют дети. Там, во-первых, будет шум, загазованность, потом, извините меня, нарушение инсоляции, но они будут мешать учебному процессу в школе, будет мешать нормальному отдыху и то, что проводится по режиму в садике. И у нас еще не забывайте, в микрорайоне живут люди с ограниченными возможностями, которых возят на коляске. Это старый сложившийся микрорайон, где нету застроек выше 5 этажей. Эта девятиэтажка будет здесь давить на всех и нависать над всеми. И опять же будет дорога с парковкой под окнами жителей. Опять же выхлопные газы. Жители микрорайона обеспокоены будущим строительством и вносят свои предложения по решению этой ситуации. Предложение. Значит, вот эту землю совершить, значит, сделку обменную, вернуть школе и не трогать вообще школьную территорию, руки прочь от детей, во-первых. И, во-вторых, не нарушать права. Градостроительный кодекс ясно и четко говорит, что граждане, жители микрорайона имеют право участвовать во всех проектах градостроительных, во всех вопросах. Предложение, значит, обсуждение. Мы против однозначно этой застройки. На сегодняшний день никакие строительные работы там не ведутся, и никакая разрешительная документация по данному объекту не выдавалась. На сегодняшний день застройщик вышел с заявлением о разработке проекта планировки. Этот проект планировки был им разработан, и 7 мая были проведены публичные слушания, на котором также участвовали и жители данного микрорайона. 14 мая было опубликовано заключение по итогам проведенных публичных слушаний. В настоящее время ведется проверка представленной документации на соответствие градостроительным нормам и градостроительному законодательству. Инициативная группа жителей собрала уже более 800 подписей против строительства дома на этой территории и не намерена останавливаться. Они обратились к главе Чувашии. Михаил Игнатьев поручил городу разобраться с этой ситуацией. Они тебе пишут: наше мнение игнорируется, искажается в протоколе заключения слушаний и все остальное. Мнение игнорируется, результаты общественных слушаний искажаются и так далее. Понимаете, нет, юридические такие слова, они просто режут. Прошу обратить внимание, если приостановить отдельные это мероприятие, то надо приостановить. У нас мест достаточно, 2000 гектаров земель сельхозназначения мы перевели. Сложившаяся ситуация между жителями и возможным застройщиком находится на контроле прокуратуры республики. В администрации Чебоксар также считают, что нельзя создавать социальную напряженность уплотнительной застройкой, и проверяют документы. В случае, если у застройщика имеется на каком-либо праве земельный участок, если тот объект, который проектируется, соответствует всем градостроительным нормам, и документация собрана в полном объеме, тогда у нас нет оснований для отказа выдачи разрешения на строительство на данном земельном участке. Но здесь, прежде всего, мы руководствуемся, конечно же, нормами закона. Если закон не запрещает, мы обязаны выдавать разрешение. Мы не можем необоснованно отказывать предпринимателям в данном случае в строительстве. По итогам этой проверки будет принято решение о утверждении проекта планировки или о его отклонении.